Не хватает денег купить новую игру? Тогда забираю бесплатно, прямо сейчас. Не пропусти специальную акцию для моих зрителей. Экономь до 90% при покупке первой игры и получи еще одну в подарок. Совершенно бесплатно. Раздача происходит каждый день только среди покупателей. Хочешь, чтобы твои друзья обзавидовались твоему Steam аккаунту? Тогда переходи по ссылке в описании и покупай самые крутые игровые новинки, но рекомендую поторопиться, потому что ключей по такой низкой цене осталось совсем мало. Ссылка на магазин в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Механик. Сегодня продолжаем развитие нашей фермы. Что хочется сказать? Дерево уже готово к тому, чтобы оттащить его сюда и попробовать продать. В прошлой серии мы с вами отспилили одно дерево, вот его пенек. Вот это второе дерево, вот его пенек. И на первом дереве, потратив всего лишь 2000, мы заработали целых 15. Но я его распиливал, а это я не распиливал. Так, кажется, у нас есть некоторые проблемы. Давайте попробуем немножечко приподнять дерево это, да? Так, кажется, оно не особо-то хочет приподниматься. Подтянем лебедку максимально. И, возможно, сейчас что-то произойдет. Ну-ка! Пошел, пошел! Я даже не вижу, где этот трос лебедки. Он настолько, видимо, укоротился. Так, ребята, у нас есть некоторая проблема. Наш трактор не справляется с тем, чтобы перетащить такое огромное дерево. Что нам нужно делать? Вы правильно понимаете, нам нужен другой трактор. У нас целых 105 тысяч, поэтому мы не можем позволить себе купить новый трактор. Но мы можем его арендовать. И я думаю, нам потребуется какой-то прям вот серьезный мощный трактор. Так, а это что такое? Ой-ой-ой. Что-то очень серьезное, но нам это не подходит. Нам нужно все-таки большой трактор какой-то. Возможно, даже гусеничный. То есть самый дорогой, самый мощный, который есть. Так, давайте посмотрим, сколько здесь. 778 лошадей. Тут максимум 653. Здесь 691. Здесь 670. 691 тоже, но это колесные. Хотелось бы все-таки гусеницы мне. Так, ребята, а сколько же он будет стоить в аренду? Вот это очень интересно. Сколько он может стоить в аренду такой? Так. Широкая гусеница, обычная широкая. Ну, наверное, лучше широкая, чтобы запас был по мощности у нас какой-то, по зацепу, да? То есть можно было, чтобы зацепить и тащить все, что хочешь. Ой-ой-ой. Смотрим, сколько это будет... Чего? 35 тысяч! 35 тысяч, но с другой стороны, это по сути два дерева, да? Если все получится, как мы с вами задумали. Ну давайте, ладно, давайте, почему бы нет. Попробуем, вдруг у нас это действительно выйдет. Это тоже, кстати, арендный, почему-то не могу его сдать обратно. Не знаю, с чем это связано. Вот он, запустился, роднулечка. Ну поехали, ребята, поехали, попробуем. Так, сейчас мы здесь выйдем. По сути-то, вон. Нам близко здесь. Все очень близко. Я специально искал такое расположение, чтобы все как-то это удобно у нас было расположено. Его немножечко заносит. Ну как думаете? Напишите в комментариях прямо сейчас, ребята, сможет эта махина вытащить это дерево или не сможет? Мне реально интересно, получится или не получится. Давайте проверим прямо сейчас. Вот у нас есть наш трактор, который был. Ну, он такой, как бы... Ну, хороший трактор, мощный. Но с таким деревом, к сожалению, он не может справиться. А вот этот я очень надеюсь, что сможет справиться. Так, давайте-ка сравним их размеры, их габариты, посмотрите. Ну, как будто батя и сын такой, да? Хотя у нас тоже не маленький трактор, надо понимать. Ну, теперь будем пробовать. Как думаете, получится или нет? Или я зря потратил 35 тысяч? Я, в принципе, к этому готов. Так. О, легко! Легко! Все. Вот что нам нужно было. Нам нужен был мощный трактор. Сейчас мы это дело попробуем. Пролезет? Нет. Не пролезет. Не пролезает он. Дерево застряло. Так. Ну, давайте попробуем так его продать.
на эту замечательную лесопилку. Так, прям попробуем его продать. Ох, прям через ветки, через все. Ну-ка. 5000. Да, за нераспиленное дерево нам платят 5000. Место 15. Но, с другой стороны, да, это вроде как очень быстро работает. Мы можем попробовать другие деревья, конечно же, сажать. Почему бы нет? Так, идем в стройку. Стройка, отлично. И так, так, так. Вот, наверное, здесь деревья. Так, вот они, деревья у нас, замечательно. Хоть и написано, что это декоративная штука, там все дела, но вы сами видите, как оно работает. Так, это что за дерево такое? Вот за 2000 я вот это сажал или вот это? Вот за 500 какое-то есть. Ну нет, наверное. Так. А что это такое? Это кария. Большая амурская липа. Старый дуб. Возможно, дуб надо попробовать. Давайте пробовать каждое дерево и смотреть. Ох, здоровенный какой дуб. Но явно корень у него недостаточно такой большой. Так, сейчас мы его спиливаем. И проверяем, сколько будет он стоить. Тоже здоровенное, конечно, деревце, ничего не скажешь. Может быть, надо вообще верхушки отпиливать? Верхушки отдельно продавать? Ну, честно говоря, мне не хочется опилом вот таким заниматься. Но это как бы долго, реально. А просто взять вот это огромное дерево, оттащить. И, в принципе, мы зарабатываем уже x2. Неплохо. Конечно, не 15 тысяч, но значительно быстрее вроде как. Как вы считаете? Что лучше? Или все-таки опилить 10 деревьев и заработать за раз 150 тысяч? Представляете? О, мы вот что можем сделать. Мы можем, ну как бы, понятное дело, что нам надо отбить хотя бы вот эти вложения наши. Так. Может нам просто вот эти поопиливать? Вот эти вот веточки. Может вот так просто его поопиливать? Давайте попробуем. Ох, здоровое дерево, реально. То есть не будем его распиливать, а просто... Нет, просто, наверное, не получится. Просто, наверное, не получится здесь. Так, так он вообще не хочет. Почему-то снизу... Снизу прям проблематично его опиливать. Да. Просто в прыжке отпилил. Ну вот, смотрите, вот. Ну вот, должно же тут быть. Ну где-то хоть, ну как-то, ну пожалуйста. Она прозрачная, то есть ветки, которые прозрачные, нам за них не платят. Возможно, поэтому нам меньше платят, что их слишком много, они типа занимают как-то... Я не знаю почему. Вот видите, она просто вся пропала. Во-во-во-во. И тут тоже. Ну вот это тоже получается прозрачное. Ага. То есть вот настолько оно тут все. Ну, достаточно непонятно как бы. То есть вот здесь, по идее, где-то... Вот где-то там оно закончится. Вот тут вот. Вот тут вот как-то оно закончится сейчас. О, видите? Так, здесь где-то вот тут вот оно сейчас будет заканчиваться. Во. Вот это просто что за ветка торчит? Откуда она вообще, непонятно. Вот это тоже вроде бы... Да. Прозрачная получается она. Так, ну, давай, давай, давай. Давай, отпиливайся, все, отпиливайтесь, пожалуйста. Все вот эти веточки, отпиливайтесь, все, не надо вы нам, пожалуйста, отпилитесь сами, а? Ну, ё-моё. Хочется уже продать его, чтобы посмотреть, сколько заработаем. Так, ну ладно, допустим. Предположим, что вот так мы его оставим, мы его купили за 1500. Если сейчас мы с него заработаем те же самые какие-нибудь 5, это будет шикарно. Так, идем цеплять нашу штучку.
Оп. И по идее мы два сразу можем тащить так-то. Я думаю, что этот трактор два точно утащит. Ну, либо надо пробовать другие деревья таскать. Хотя мы с вами пробовали какое-то другое дерево, оно было нам невыгодно. Так, пробуем. Пробуем. Прям под деревом проходим. Оп. 7000. А если вообще его не пилить? Вот смотрите. Давайте попробуем сейчас его вообще не пилить. То есть возьмем это же дерево. Вот это неплохая, кстати, получается у нас наценочка. Да, слушайте, кажется, я нашел, чем стоит заниматься сейчас. Так, сажаем еще точно такое же дерево. Вот оно, за 1500. Старый дуб. Сажаем его. Тут надо пеньки уже убирать эти. Также его сейчас пилим и пробуем. Нам нужно будет, как он, мульчер, по-моему, называется, чтобы все эти пеньки срезать. Но мы это сделаем, почему нет? Точно сделаем. Так, уже 79 тысяч, уже не так обидно. Конечно, потратил 35, но, в принципе, уже десяточку заработал практически. Неплохо, ребят. Или больше? Больше! 5,7, неплохо, да. Уже что-то как-то вырисовывается. Хотя вчера я с одного дерева 15 зарабатывал, но я его долго распиливал. Сейчас попробуем это вот в таком, в первозданном виде прям сюда сдать. Посмотрим, что получится у нас. Мы можем что сделать? Мы можем взять деревья большие. Посадить чисто большие деревья. Отпилить у них только вот эти стволы мощные. Стволы оттащить. Продать их, а потом заниматься опилом вот этой мелочи всей. Или не заниматься ей, не знаю, к соседу выкинуть. Ну, я понимаю, что так нельзя делать, да? Но, с другой стороны, из вот этих... Из мелких частей можно сделать щепу, кстати. Так, а как-то мы... А как-то вот... А хотелось бы как бы подключить лебедочку. О, лебедочка пошла. Так, чикс. Под... Так, ну что, пробуем сейчас целое отвести. Посмотрим, что получится у нас. Давайте попробуем целое. Оп. Немножечко оно не лезет. То есть, по идее, я мог просто вот этот вот центрифугу эту взять у него, отрезать и все. Так, 7 все равно. О, ребята, я нашел, кажется. Сейчас попробуем 2 сразу. Давайте 2 сразу попробуем оттащить. Так, то есть, я, получается, сажаю... Я, получается, сажаю 2 дерева. Трачу 3000 и должен заработать сейчас 14, и я оттащу их сразу вместе. 7000, можно его резать, можно не резать, вообще без разницы. Странно, что то, которое я продал за 15, в итоге продается за 5. Необработанная полость. Это очень странно. Почему так, вообще не могу понять. Так. Отрезаем один дуб, отрезаем другой дуб и тянем их трактором сразу же. Тут сразу просто 2 попробуем оттащить, почему бы и нет. Я думаю, этот трактор точно сможет. Возможно, они вообще не пройдут там по ширине. Такое тоже бывает. Так, он куда-то падать начал, не в ту сторону. Ладно, мы не боимся. Чего нам бояться-то здесь? Спокойно пилим и все. Что-то там хрустит, по-моему, второе дерево хрустит или первое хрустит, что-то как-то непонятно пошло. Может быть, действительно, нам нужно щепоперерабатывательную штуку, которая будет деревья в щепку перерабатывать. И как бы вот так это делать, я не знаю, что скажете. Или все-таки выгоднее опиливать деревья и продавать их кусочками. То есть, например, мы берем вот здесь, вот как-то вот так сейчас пилим. У нас получается ровное прям бревно. Мы его сейчас затаскиваем туда. Так, оно не пошло у нас. Рядышком пробуем. Хочется отпилить прям ровное бревно. Видимо, пилу закусило. Ну, так бывает, сами понимаете. Дерево там, физика, все дела, его зажало просто пилу и все. Дерево здоровенное. Так. Оп, это есть.
С этим сейчас также поступаем. Как-то вот. Вот так вот. Отпиливаем дерево. Везем его туда. Чисто вот эти стволы отдельно. Может быть, вообще вот так надо делать, да? И мы сейчас посмотрим, сколько мы заработаем с этого. Вот это, видите, спиленное 8,7 тонн. Не кисло так, здоровое дерево. Так, и сейчас мы что сделаем? Мы сейчас прицепим к трактору вот эти вот отпиленные сначала части, то есть прямые. Во! Все, погнали за трактором. Сейчас сначала их отвезем, посмотрим, сколько они стоят. Может быть, они составляют львиную долю вообще от этого дерева, а потом остальные куски. Так, ну тут у меня вообще лесозаготовка полным ходом, да? Так, ну попробуем дотянуть лебедку. Не знаю, хватит, нет. Чикс. Не хватает. Но мы можем... Что мы можем делать? Мы можем эту подтянуть. Вот так вот. Вот так, раз, подтянули. Это сейчас мы чуть-чуть подтолкнем деревца. Вот так вот. Оп, 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 оп. Эх, а тут с веткой оно получилось. Так, ветку нам надо спилить. Ветка это лишняя. Спилим сейчас эту ветку. Я хочу именно стволы попробовать продать. Сколько получится. Вот смотрите. 4 тонны и 3,7 тонны, да? То есть неплохо как бы. Берем и вот, пожалуйста. Теперь хватило. Ну, поехали. Попробуем отвезти чисто 2 ствола. Посмотрим, сколько это будет. А остальные части мы также дотащим просто сюда, да и все. Так. Итого, примерно у нас в районе 8 тонн дерева. Пробуем продать. 16 тысяч получил, кстати. Неплохо. И сейчас еще вот эти отдельные части тоже продадим. То есть, смотрите, я, в принципе, затраты на аренду трактора уже отбил. Как видите, трактор уже у нас как бы... Уже отбил я эти затраты. Так. Сейчас мы как-то вот так это все дело уложим. Так. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, как-то. А как его? А за что зацепить-то? Ага, во, вот так вот можно. Так, давай, поехали. Сейчас все это дотащим сюда, да и все. Так. Я не знаю, как... Можно ли его отцепить, не выходя из кабины? Ну, по идее, наверное, как-то можно. Еще 5 тысяч. Так, итого уже 21 тысяча. Правильно? Там же 15 было. И 16 было, и 5. 21 тысяча. И у нас еще есть. Да, слушайте, так выгодно. Так выгодно. То есть не тратить время на вот этот долгий аппил. Просто вот так потихонечку. Раз, 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 раз. Так. Давай. Оп. Как-то, как-то вот тут. Оп. Так, ну и это сейчас маленькое попробуем дотащить сразу. Эх, как-то оно неправильно зацепилось. Наверное, сейчас лебедки не хватит у нас. А, ну как-то хватило. Ладно, нормально. Попробуем, попробуем дотащить это дело. Так, поехали. Поехали. Надежно, ребят, надежно все. Ну-ка. Так, сейчас еще тысяч на 5, наверное, продадим. Еще на 6. Итого 27 тысяч, ребят, с двух деревьев. Ну, по-моему, выгодно. 27 тысяч с двух деревьев, что скажете? Мы уже в плюсе, ребят. 111 тысяч. Вот такое вот неплохое направление, как мне кажется, для того, чтобы заниматься дерево вот этим, деревовалением, или как это назвать. Трактор все-таки надо себе такой покупать, потому что действительно он прям
очень мощный трактор. Классный, мне нравится. Ну что, ребят, на этом будем заканчивать. Спасибо за внимание и всем пока.